Совместное творчество сближает, уверены губкинские ветераны. В рамках социального проекта «Диалог поколений» они встретились с воспитанниками центра «Елена». Вместе представители разных поколений изготовили корзины цветов. Во время мастер-класса беседовали. Удивительно наблюдать за детьми. И даже не замечаешь, каким образом у них складываются отношения, потому что в итоге, к концу нашего вот совместного творчества, они уже обнимаются, они общаются, находят какие-то темы для разговоров. Это, вы знаете, очень приятно смотреть на вот такое общение. В рамках социального проекта «Диалог поколений» до конца года ветераны планируют провести еще несколько мероприятий с детьми.